Мама? Ирочка, доченька, а я проездом в командировке. Такая радость нашему музею пистолет Рубина передали. Представляешь, за него 3 музея дрались. Тут еще самолеты отменили. Думаю, дай зайду. А вдруг Игорек здесь заодно познакомлюсь. Послушай, Ирочка, а ты должна нам наконец показать Тигарька. У меня с папой, уж не знаю, что ты от нас его прячешь-то. Папа, шутит. Хочу бы взять им выпить. Сейчас иду. Мама, перестань, там нет никакого Игорька. Как нет? Ира, год встречались. Мама, я на работе. Ира, деньги. Ты для этого сюда ночью приехала? Да. Хорошо. Мы копили деньги. Я хотела поехать в Египет, а он решил купить новый объектив. И что? И все, никто никуда не поехал, никто ничего не купил. Надо было уступить вот этим объектив. Кому надо? Вам, семье. Семья — это 2 мира, 2 человека, абсолютно разные, даже если они живут долго и счастливо. Понимаешь, что надо уметь уступать. Мам, любовь не пылает вечно, это тяжелый труд, мам, понимаешь? Мы не одни. Не ори? Не одни здесь. Ира, подожди. То, что не позвонила, я бы хоть отпросилась. Бедная моя, в каких ты ужасных условиях работаешь, а? Мам, ничего ужасного. У тебя пистолет, у меня рентген. Пистолет? А, это Трубина, медиапромышленник. Он стрелялся из-за любви. Глупость такая. Конечно, да? Глупость. 100 лет назад была, на. Мам, ты что, пила? А что мне остается-то? Доченька моя. Мам, не пугай меня. Валерьянки, выпей. Встаем ровно, прижимаемся животом. Не дышим. Простите, скажите, а можно я в Пермь на минуточку позвоню? Девушка, у нас 8 заблокирована. Ну а если у вас человек из другого города умрет? Вот вы умрете, мы и позвоним. Да дышите вы, дышите! Я вас несу по регистратуру, буду ждать. Дверь закрой! Мам, кто это вообще? Ира. Мы с твоим папой завтра разводимся. Не дышим. Я знаю, папа был здесь. Женщина, 44 года, умер. Полиса нет, иногородняя. Первоградская ожидает. Что он сказал? Ей нельзя, это она пила. Здесь я решаю, здесь я врач. А я дочь. Если ваша мать алкоголик, я не виноват. Я не алкоголик. Не алкоголик, не алкоголик. Я на вызове, я сейчас не могу. Скажи мне, о чем вы говорили, а? Мам, не думай об этом. А ты что такая равнодушная? Тебе все равно, Жень, что ли? Качаем, качаем. Мам, помолчи минуточку, а? Зачем опять в больницу? Мы же были. Слушайте, там уже. Там травма. У женщины гипертонический криз. Что непонятного? Едем в больницу. Че ты молчишь-то, а? Теперь только с ним разговариваешь? Я хочу тебя вылечить. Да. А ты меня спросил. Алло. Хочу я, чтобы что, меня лечили. Что, не спит еще? Мам, пожалуйста, у тебя давление тряхнуло. Ты можешь вообще спокойно, нормально полежать? А издаться вижу, а сама щеляга на курду, ты меня понял? Щелек такой! Простите, сын спать не ложится. Мать дает. Хочет избавиться, да? Давление скучно. Да при чем тут я? Что вы вообще все от меня хотите? Днем беги к нему в гостиницу, ночью с тобой разбирайся. Ночью? Он что, здесь? Ты не расстраивайся, сейчас с мамой тоже так разговариваю. Молодец. Мама! Ну что, вы ее отпустите? Да она здорова, это плохо. Уйми истерику! У меня люди умирают! У тебя мать умирает. Ты всегда сюда твой, знаешь, что все по ночам пьяные шляются? Дура. Ты грубая, ты циничная, такая как он. Не трогай папу. Поедешь на свадьбу? Давай, передавай. Привет, мальчик.